Подход к преподаванию темы революции изменится в школьном курсе истории. Один из выводов будет состоять в том, что среди красных и белых нет правых и виноватых. А решать разногласия при помощи насилия нельзя, пишет «Парламентская газета». По словам научного руководителя Института общей истории РАН Александра Чубарьяна, гуманитарные предметы «История» и «Литература» играют ключевую роль в воспитании детей. «Мы поменяли подход к освещению революции. Она должна преподаваться не только как событие 1917 года, а как событие 1917-22 годов, включая гражданскую войну. Один из выводов в том, что и у красных, и у белых была своя правда. А воспитательный момент заключается в донесении дошкольников мысли, что существующие различия не должны разрешаться при помощи насилия, расстрела, убийства друг друга», отметил академик. Детей следует воспитывать в духе патриотизма, гражданственности, уважения к мнению других сторон, осуждения насилия. И это должно быть отражено в учебниках, подчеркнул Александр Чубарьян.